Сегодня сотрудники администрации Центрального района и ряда других организаций прошли испытания по стрельбе из электронного оружия. Эта дисциплина в ГТО не обязательная, а выборочная. Сидя за столом, участники фестиваля должны попасть в цель с дистанции 10 метров. Максимальное количество очков, которое необходимо выбить для золотого результата – 30 из 50. Норматив определяется по возрастным категориям. Итоги стрельбы заносятся в электронный личный кабинет участника ГТО. Там же результаты и по другим видам спорта. Помимо стрельбы, это беговая программа, силовая программа и кроссовая. И по истечению квартала происходит выгрузка, по которой присваивается знак. Серебро, золото или бронза, или без знака. Там. Кто как выполняет. Кстати, в некоторых организациях участников ГТО поощряют финансово, либо дают дополнительные дни к отпуску. Фестиваль проводится ежегодно, зимой и летом. В этом сезоне нормативы начали сдавать 1 июня. Ежедневно в разных видах спорта участвует порядка 100 человек. Завершится спортивный квартал 5 августа.